принесла плоды и наша работа. Два дня назад в эфир вышел материал, посвященный безопасности в детских садах. В ходе рейда были выявлены несколько нарушений в целостности ограждения вокруг дошкольных учреждений. И вот сегодня недочеты стали исправлять. Первыми делать это начали в 78-м детском саду. Именно здесь наша съемочная группа обнаружила самые большие дыры в заборе. Их мы насчитали 6 штук, однако отверстие было настолько огромным, что в него без проблем мог пролезть взрослый человек. Эту дыру в заборе уже заделали. Что же касается других нарушений, то их устранят сегодня вечером. По крайней мере, в этом нас заверила заведующая детским садом. Также в планах на следующий год полная замена всех ограждений. Однако на этом наша работа не закончена. До сих пор неизвестно, как детские сады Иркутска будут избавляться от колючей проволоки, которую мы также обнаружили сразу в двух дошкольных учреждениях. Поэтому наши журналисты продолжат следить за ситуацией.